Новогоднее чудо руками наших земляков. Белорусская фабрика елочных игрушек, где создаются рождественские шедевры, радующие не одно поколение белорусов, от коллекционера и создателя Андрея Бегуна. Вообще коллекция, наверное, началась с моих детских игрушек, елочных игрушек, которые достал с антресоли. И вот, как бы не банально звучало, вот эта вот красная звезда, которая вешалась вместо верхушки на елку, наверное, является моей самой любимой игрушкой. И вот, наверное, с нее и пошло вот это вот увлечение к коллекционированию. Мозаика и сложнейшая техника витража, которая создается художником Ладой Леденевой, дарит эмоции и радость в Новый год. И теперь, когда я делаю то, что мне нравится, просто вот в своей коллекции, а потом уже просто, ну, как бы показываю людям то, что я сделала, покупайте или там берите, мой вкус, мой. Вот такая вот свобода – это огромное счастье. Смотрите в пятницу на нашем канале.